Отлично. Я передумал и решил поставить на тебя. Собирался поставить на другого? Я же сказал, что передумал. У нас море дел, малыш. Мы сделаем кучу денег. Нужно всего лишь сделать взнос в фонд «Не дай убить Эрика Цу». Фонд некоммерческий. Никаких налогов, малыш. Значит, вот так вот, да? Вносить деньги в некоммерческие фонды. И он думает, я соглашусь? Наивный малыш. Хотя, походу, меня заставят. Проще говоря, у меня не особо много выбора. Так. Ладненько, нам примерно все равно в ту сторону. Заодно давайте поглядим. Не сюда. Сюда. Куда же нам нужно? Какая-то гоночка открылась вот здесь. Уровень машины 220, 10-60 минут. Ух ты. Гонка на 10-60 минут, это как так? Так, плюс 4. Шины, а здесь что еще раз? Ага, дифференциал. А на этой гоночке? В общем, все весело. Ладно. Ну, маршрут без вариантов. Придется открывать. Ну, а открыв маршрут, мы уже сможем туда спокойно путешествовать. Тем более, что тут ехать-то всего 6 километров. Так, опять линия. Не нравится мне это дело. Ну, хоть серебро заработал, ладно, сойдет. 19 уровень, да ты издеваешься. Дает зараза много, но толку от этого никакого. Ладно, поехали дальше. Осталось 3 километра. Что-то творится. Что, опять к тебе пристает? Нет. Он сказал, что ему нужно забрать что-то из мастерской, но его машины там нет. Постой, ты что, следишь за ним? Эту операцию нельзя выпускать из-под контроля. Кроме того, он должен уйму денег. Кто знает, что у него на уме? Ты с ума сошла? Наверняка просто отлучился по делам и всего-то. Может быть, а может и нет. Я должна знать точно. Да. С нашей девочкой особо не повеселишься. Все стремится контролировать. Серебро и 5-й уровень. О, какой 5-й, 16-й, что-то я совсем уже. Ладно, новые детали, надо в штаб будет заехать. Что нам дали? Опа, на 14 уровень. Улучшение, ну, о, плюс 7, отлично. О, оказывается, вот что здесь интересное показывается дело. Ладненько, ну, устанавливаем в любом случае. И пробуем. Чтобы людей
позвать в гоночку. Люди вроде рядом есть. Ну вот кто пойдет. Потому что в последнее время что-то я смотрю, люди не особо стремятся идти к другим гонщикам. Ну что же сделаешь. Причем самое печальное то, что не отменить вот это действие никаким видимым образом. Это мне не очень нравится. Ну, приходится терпеть. Ладно. А в одиночку. Я уже говорила, в мастерской его нет. А я говорил, что знаю Гарри всю свою жизнь. Он заменил мне отца, и он на нашей стороне. Значит, ему незачем лгать. Связь что-то глючит. Не прыгай особо, а то потеряешь координаты GPS. Найди Гарри, пока он не уехал. Хорошо, постараюсь найти Гарри, пока он не уехал, раз ты так просишь, милая. Короче, мне нужно проехать дофига. Но только не с таким видом, а вот с таким. Воу-воу-воу-воу. Фрискать начало. Мне это не нравится. Видать, опять спроцик малость перегрелся. Так, стараемся все-таки ехать шустрее, но при этом аккуратней. Алекс, поторопись, пока Гарри не уехал. Совсем не нравится то, что начинает считать уже, прям пикать над ухом. Остался километр. Вот хотя она нам говорила, что лучше типа постарайся не прыгать, как-то все равно это проходит более или менее нормально. Гарри впереди тебя. Прям впереди меня, что, правда? Значит, мы его догнали, какая радость. Опять бронза. Какая гадость ваша заливная бронза. Ну да ладно, как говорится, и на том спасибо. Вообще есть достижение там победить аж платина. То есть выполните задание на платину. Грубо говоря, бронза и золото, ну, это не финал. Как я и говорил, ничего. У него есть подружка. Как дела? Знаешь что, с меня хватит. Так, секундочку. Итак, продолжаем. Продолжаем разговор. Куда нам там было надо? Вот сюда нам надо было. Естественно, территория у нас опять-таки не открыта. Соответственно, придется добираться самому.
14 километров, многовато. Ну, а куда деваться? Воу, вообще хороший приз был. Оба. А ну-ка, на-ка. Что это у нас там интересненького? Как видите, не я один сюда приехал. Но не я один такой же кривой, как я. Так, ладно, нам в другую сторону. Так, вот все-таки это очень сложное задание на такой вот, прям вот такой вот трассе. Хотя... Ну чуть-чуть, да да чтоб тебя! Опять на бронзу. Ладно, нам машинки. Сообщение о нарушениях движения в вашем районе. Будьте начеку. Тихо. Чуть опять не улетел. Ладненько. Что у нас там дальше? И куда нам, собственно, вообще надо? Ух ты, а это что? Вот, не зря ехал, заработал уровень. Ладно, плюс серебро получил. Тоже неплохо. Опс, не то. Отправить штаб установить. Отличненько, установили, поехали дальше. Да ты задолбал. Задолбал меня, друг мой, отключать все время. Продолжаем наши непрофессиональные гонки по этим веселым прериям бескрайним. Лесным причем. В принципе, нам куда-то туда. Поэтому почему бы чуть-чуть не срезать? Здесь сейчас окажется, что нам вообще в какую-нибудь другую сторону. А нет. Знаете, в целом я оказался прав. Есть такое подозрение, что если я нажму на вернуться на дорогу, он меня вернет вообще не туда, куда мне надо. Лучше этого, наверное, не нажимать. Я, кстати, даже не представляю, как, скорее всего, испортится графика.
в лесу. А я уверен, что она испортится. Да чтоб тебя! Глупая, нехорошая гадость. Отправить штаб. Нам такие не нужны. Эти V6 меня достали. Где мои деньги? Плати, я вас всех замочу. Это обнадеживает. Короче, пора действовать. Выиграй пару гонок, чтобы поднять немного деньжат. Ну что ж, попробую тебе чем-нибудь помочь. А вообще он на самом деле тот еще засранец. Деньги прогадил, машины потырил, а я за него расплачиваюсь. Нехорошо. Ладненько. Это все, конечно, весело, но... Скажем так, где наша нужная трасса? Уже хочется и в гоночку все-таки. Участвую, так сказать, в веселых заездах, но пока нам не дают этой возможности. Фигали, это не считается, что я не был на трассе. Ну вот. Прогадил свой шанс заработать. Так, ладно. Вон наша гонка. Что-то мы здесь интересное нашли. Так, где-то в той стороне. Где-то точно в той стороне. Скорее всего, на складах. А вот это. Радиовышка. Проехали сквозь забор. Красиво, кстати. Мне еще башенка вон-то нравится. Которая такая средневековая малость. Так вот аж куда мы заехали. Ты уже добрался до гравийки? Нет еще, еду. Ну что ж, у нас нет особого выбора. Доберемся до гравийки, как он и просит. Тем более, что нужная тачка, в принципе, у нас с собой, так сказать. Поэтому почему бы нет? А попутно давайте-ка активируем вот эту метку. Эй, я сказал войти. Получили 2000 баксов за обзор.
Так, давайте, ну, кто-нибудь, согласитесь. Я знаю, что кто-нибудь хочет. Быстренько, давай, 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 шотган. Соглашайся. Парниш, тебе все равно на эту же гонку едешь.